Эти люди любят разнообразие в мелочах. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Вибрации этого имени наиболее демотичные, беспокойные, изменчивые и нетерпеливые из всех вибраций нумерологической шкалы. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. В отличие от других людей, этим людям нужно гораздо меньше времени на обдумывание. Иногда представители имени готовы принести в жертву алчности и наживе себя и даже близких. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Внешний человек показывает практичность как ширму для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.